Но нам ничего не сказали, мы ехали, остановились на остановке, значит, потом тронулись, и резкий толчок, вот, ничего не объясняя, проводники сказали выйти из поезда. После чего мы все вышли, и нам попросили удалиться подальше от поезда. Вот, ну, примерно потом... все, что было. И вот выходящие нам говорили про поезд.